2016 год близится к концу. За прошедшее время после анонса команда разработчиков Escape from Tarkov сделала многое, подняв планку хардкорных шутеров на совершенно новый уровень. Развивая идеи и работая над проектом каждый день здесь, в городе Санкт-Петербурге, мы с каждой новой версией приближаем релиз проекта, сохраняя высокий уровень реализма и качества. Всем привет, меня зовут Никита Буянов, я руководитель независимой студии Battlestate Games, которая разрабатывает хардкорный многопользовательский боевой симулятор от первого лица Escape from Tarkov, эксклюзивный для ПК. EFT — это уникальный во многом проект, хардкорность которого будет интуитивно понятна игрокам, и также реалистично и интересно, как задумывалось. Побег из Старкова рассказывает историю оператора частной военной компании, попавшего в круговорот событий в вымышленном российском городе Таркове. Событий, которые приведут к мировому коллапсу. Оказавшись в центре города без связи с командованием, игроку предстоит совершить побег из Старкова, чтобы выжить, либо сбежать от своего прошлого, оставшись в городе с новым мировым порядком. Последовательно приближаясь к выходу, игрок обнаруживает, что все далеко не так просто и в дело замешаны неизвестные, преследующие свои собственные цели. Начав в прошлом году с синематик-трейлера и первых боевых прототипов, мы пришли к полноценной альфа-версии, готовой стать бетой. Очень многое постоянно менялось, от сетевого движка и физики, заканчивая некоторыми ключевыми геймплейными аспектами и графикой. Регулярная корректировка курса разработки стала необходимостью для поддержания основной концепции игры — максимальная иммерсивность для многопользовательского шутера. EFT — это игра не про выживание, хотя таких элементов геймплея более чем достаточно. EFT — это игра про боевые ситуации в опасных условиях, когда вовлеченность и знание игрока играют очень важную роль. Осведомленность в работе и модификации оружия, навыки ориентирования на местности, тактическая подготовка, контроль скорости и положения тела, работа в команде при различных погодных условиях и времени суток. Готовность к нестандартным боевым ситуациям и многое другое, все эти навыки и знания, все эти переменные участвуют в создании уникальных боевых ситуаций в EFT. Все эти переменные мы оттачиваем до совершенства. В этом годовом видеоотчете мы расскажем вам о том, над чем кипела работа в этом году, а также покажем и расскажем планы на будущее. Качественный и детальный подход к оружию в EFT не имеет аналогов среди других проектов. Оружие — это то, что мы любим и чем гордимся, и что стараемся делать максимально реалистично. Постоянно анализируя и обсуждая различные аспекты взаимодействия с оружием, мы пришли к выводу, что добавляя то или иное продвинутое действие, оно может дать тактическое преимущество, помимо общей реалистичности и убедительности происходящего на экране. Так, сделав использование различных тактических фонарей, мы решили реализовывать визуальное отображение переключения их режимов. В использовании прицелов мы опираемся на реальный опыт их применения. В особенности нас с самого начала привлекала работа со вспомогательными и комбинированными прицелами. В коллиматорных прицелах мы не обходим стороной возможность менять марку, исходя из реальной возможности это делать на конкретных образцах. На данном этапе мы реализуем возможность складывать и раскладывать приклады, которые в будущем будут менять занимаемое пространство в инвентаре. Сложенный приклад изменяет характеристики и удержание оружия. Мы даже позаботились о смещении центра масс оружия. Все это влияет на динамику отдачи при стрельбе. Наше оружие изнашивается. Некоторыми средствами поломки оружия, как и качество боеприпасов, являются неполадки, клины патронов, зажевывание гильз, осечки. Сейчас мы реализуем серьезный клин затвора при критически низком состоянии оружия. Процесс устранения этой неполадки занимает много времени и может ключевым образом повлиять на исход боя. Оружие в EFT работает с массой параметров и характеристик, некоторые из которых скрыты для игрока. Абсолютно все параметры балансируются в реалистичном ключе, каждый обвес на оружие по-своему на него влияет. Приклады серьезно модифицируют факторы отдачи и контроля оружия при стрельбе. Они также, как мы упоминали ранее, меняют центр массы оружия и положение удержания. Мы реализуем множество различных прикладов разных производителей. Не менее важная характеристика оружия – это эргономика. Каждый обвес может вносить коррективы в этот параметр, меняя контролируемость оружия при удержании, скорость скидывания при прицеливании. Также не забываем, что у оружия есть реальные размеры, которые, например, могут помешать работе с ним в закрытом пространстве. Используя укороченные стволы, складывая или убирая приклад, можно создать малогабаритную модификацию для боя в замкнутом пространстве. Это всего лишь один пример. Благодаря системе тотальной модификации вы можете делать все, что угодно в рамках реального моддинга оружия.
Чем больше мы работаем с оружием в игре, тем больше мы к нему привыкаем, прокачивая характеристику мастеринга. Чем выше уровень владения оружием, тем более профессионально с ним начинает работать персонаж. Меняются принципы и скорость перезарядки. Игрок может более точно оценивать количество патронов в магазине. Дальше больше. Мы сделаем возможность тактической перезарядки в прицеливании при максимальном уровне мастеринга. Чем больше мы работаем с оружием, тем сильнее оно изнашивается, внося штрафы в характеристики оружия. На данном этапе мы приступили к реализации дополнительных фишек, визуального износа оружия и функциональной привязки фактора перегрева. Оружия в EFT будет много. Очень много. Мы уже реализуем целые серии оружия с энциклопедической детальностью, перерывая кучу источников в поисках достоверной информации. Так, все, что происходит в игре, это по сути альтернативная реальность нашего времени. Все оружие абсолютно реалистично, никакой фантастики. В игре есть внутренняя экономика и сюжет, это тоже влияет на ассортимент и доступность того или иного образца. Часто стараемся брать особые образцы, которых в других проектах, если и реализовывали, то не так, как в жизни. Например, пистолет-пулемет Кедр Б является в принципе очень редкой модификацией с особым дульным устройством, как и ПБ. В игре мы можем рассмотреть все в деталях, получить всю ту информацию и ощущения, которые можно сопоставить с реальными ощущениями. В процессе реализации всего, что связано с оружием, мы часто обращаемся к производителям и просто людям с боевым опытом. Частые выезды на стрельбу для всех категорий специалистов компании тоже важны. Разработчик должен знать, что он делает. Записывая видео и фотоматериал, мы часто обращаемся к нему в процессе разработки. Например, систему эффектов выстрелов или мазл-флэшей мы делали, опираясь на физическую модель распространения газа в дульном устройстве. Каждый пламегаситель, дульный тормоз или глушитель имеет уникальный паттерн распространения дыма и огня. То есть использование дульных устройств действительно имеет смысл. Кто-то захочет снизить отдачу, кто-то уменьшит демаскировку при стрельбе. Отдельно мы бы хотели отметить работу по боеприпасам. Сейчас уже реализовано множество различных типов патронов. Тип боеприпаса влияет на начальную скорость пули, а качество патронов влияет на шанс осечек и клинов. Пуля обладает рикошетирующей и пробивающей способностью. Специально реализовано сегментирование пули после пробития для воссоздания разрушения пули после прохождения того или иного препятствия. Сейчас мы практически закончили внедрение трассирующих патронов, которые опять же реализуются по реалистичной схеме, основываясь на физике процесса. Такой тип боеприпаса наглядно покажет работу баллистики в Escape from Tarkov. Кроме огнестрельного оружия, мы занимаемся холодным оружием. Сейчас в игре несколько базовых ножей и тот самый томагавк, в будущем у которого будет специальная возможность взламывать двери. Мы постоянно добавляем различные новые возможности по взаимодействию как с предметами инвентаря, так и с объектами на локациях. Возникшая необходимость подсветки темных помещений при отсутствии установленного на оружие фонаря перешла в реализацию возможности брать фонари отдельно в руку, а также использовать их вместе с оружием в свободной руке. Для более глубокого погружения в игровой процесс мы добавляем уникальные анимации использования медикаментов, аптечек, бинтов. Основываясь на этом принципе, мы сможем реализовывать визуальное применение предмета, которое будет подкреплено анимациями. Например, практически сделан взлом дверей мультитулом. Вообще, мультитул — это очень важный предмет в инвентаре игрока. С его помощью можно детально модифицировать оружие и также взламывать некоторые закрытые на замок двери. Сам инструмент будет обладать запасом прочности. Сейчас двери можно открывать ключом, вышибать ногой. В будущем мы сможем, помимо взлома мультитулом, взламывать их топором, закидывать гранаты и осуществлять тактический вход. Также стоит отдельно отметить будущий функционал дверей с кодовым замком. Для таких дверей понадобится особый ключ карты и коды доступа, а за ними будут скрываться богатства компании Terra Group, которые еще никто не успел прибрать. Сейчас мы можем развивать лампы и, используя ПНВ, устраивать спецоперации по зачистке в темноте. В будущем, когда мы реализуем энергосистемы, мы сможем выключать свет или даже обесточивать целые здания или районы, переключив рубильник на подстанции. Запланирован такой функционал, как минирование, увеличение типов физических и интерактивных объектов на локациях, перетаскивание тяжелых предметов и тел. Дополнительный контроль персонажа в игре обеспечивается возможностью плавной смены скорости и положения. Для удобства мы внедрили зону визуального отображения текущего положения и скорости персонажа. На ней также можно заметить штрафы по скорости от различных причин, например, тяжелого бронежилета или ранений. Реализовав наклоны и отступы, которые, безусловно, полезны для ведения боя в помещениях, мы приступили к исследованию возможности добавить стрельбу вслепую. Это будет возможно благодаря процедурной анимационной системе, которая учитывает габариты оружия и не требует создания особых маркеров и объектов, как в других играх. Полезным нововведением будет система жестов для отдачи команд, да и просто для беззвучного общения в рейдах. Система управления персонажем постоянно улучшается с добавлением новых возможностей в игре.
За год работы искусственный интеллект, как и вообще часть, связанная с проработкой NPC персонажей, претерпела массу изменений и нововведений. Боты стали умнее, в каждом новом патче они получают новые возможности и навыки. Сейчас основные PvE персонажи в игре — это дикие, местные бандиты, которые приходят на первый шум, чтобы чем-нибудь поживиться. Это беспринципные и безжалостные мародеры, выживающие и наживающие добро в Таркове. В рейдах они приходят в самые неожиданные моменты, способны долго выслеживать игроков и работать группой. Игра за дикого является важной особенностью будущих версий EFT. Игрок сможет реализовать себя как мародер-налетчик, не привязываясь к основному персонажу, попадая на локацию в самых неожиданных местах и ситуациях. Выжив в рейде, игрок сможет сохранить все найденное диким для своего основного персонажа. Вообще, персонажи в Escape from Tarkov тоже постоянно дорабатываются. Делаются новые элементы одежды и лица для будущей кастомизации внешнего вида. В EFT есть масса RPG элементов, и их количество постоянно пополняется. Работа с классическим слотом инвентарем, снаряжение разгрузочных систем, работа с контейнерами и схроном, ремонт оружия и снаряжения. К менеджменту инвентаря мы всегда относились с повышенным вниманием при реализации. Сам игровой персонаж обладает физическими характеристиками здоровья, такими как энергия, гидрация, запас сил, уровень биологического и радиационного отравления, температура тела и кровяное давление. На эти характеристики будут в полной мере влиять умения, употребляемая пища, температура окружающего воздуха и тому подобное. Сама система повреждений разбита на различные части тела с запасом здоровья в каждой. Мы можем сломать кость, получить кровотечение различной степени, контузию, болевой эффект. Персонаж может истощиться физически, умереть от обезвоживания и голодания. В будущем мы планируем внедрить стресс-фактор, учитывающий психологическое состояние персонажа. Система умений на данном этапе активно дорабатывается и балансируется. В игре будет 4 типа умений: умственные, физические, боевые и практические. Прокачка каждого умения основана на повторении определенных действий. Каждый новый уровень умения дает какой-то положительный эффект. Топовый уровень умения дает элитный перк. Дополнительно игрок прокачивает ранг персонажа, зарабатывая очки опыта в рейдах. Игрок получает опыт, открывая новые локации и секретные места, взламывая двери, выполняя квесты и получая важную информацию, ремонтируя оружие и снаряжение, используя медикаменты. С каждым новым уровнем, рангом персонажа в игре открываются новые возможности, например, доступ к новым локациям, новому ассортименту торговцев и их новым услугам и заданиям. Сами торговцы привязаны к определенной локации, имея свою собственную биографию, услуги и принципы торговли. Наконец, 2016 года это уже есть в альфа-версии. В дальнейшем торговая система будет улучшаться с добавлением барахолки, зоны свободной торговли между игроками, и аукционов. Каждый торговец будет иметь собственный набор заданий, плотно связанных с сюжетом. Кроме этого, торговцы будут обладать набором услуг, обмен валют, страхование снаряжения и оружия, производство и другие. Для того, чтобы пойти в рейд, необходимо сделать всего лишь несколько кликов, выбрать персонажа, выбрать локацию и при желании собрать группу для совместного похода. Сейчас в игре есть один режим, а именно последовательное прохождение сюжетных локаций рейдов. В будущем будут добавлены режим арены и free roam. Игроки смогут общаться в чате, договариваться о совместных рейдах, делиться изученной информацией и просто болтать на любые темы. Также в планах создание масштабной клановой системы. Сюжетные локации рейды — это различные зоны города Таркова и его пригорода. Индустриальные объекты, транспортные развязки, крупные участки леса, спальный район, коттеджный поселок, маяк и, безусловно, центр города. Везде игроку придется находить способ выбраться из изолированных участков, последовательно приближаясь к зонам выхода. Разнообразие локаций заставляет игрока прибегать к различной тактике прохождения, а большое количество объектов для исследования поддерживает интерес к возвращению на эту локацию снова и снова. Динамическая смена времени суток и погоды уже упоминалась ранее. Время на серверах идет с 4-кратным ускорением, чтобы игроки успели за одну сессию заметить смену времени суток. Также в погодной системе можно настраивать облачность, плотность и высоту тумана, направление и силу ветра, силу дождя и вероятность грома и молнии при грозе. Погодная система постоянно дорабатывается и улучшается, было добавлено процедурное намокание объектов, появление лучших капель на оружие. Эффекты времени суток и погоды могут выглядеть иначе при использовании солнцезащитных и тактических очков, давая как плюсы от их использования, так и минусы. Всего мы планируем 10 основных локаций плюс несколько скрытых дополнительных, одну фрироум локацию и 2 локации для режима арена. Каждая рейдовая локация по-своему уникальна и зачастую будет необходимо возвращаться до них, чтобы выполнить те или иные задания. Где-то предстоит работать командой, где-то можно будет попытаться пройти в одиночку. В последних рейдах игроки будут сталкиваться с продвинутыми дикими и даже беглыми ЧВКшниками, которые выбрали путь бандитизма. Процесс производства локаций – это один из основных приоритетов работы команды моделлеров и левел-дизайнеров. Сейчас идет проработка самой амбициозной и масштабной локации из всех –
это центр города Таркова. Улицы, здания были спроектированы с нуля. Большинство из них будут полностью проходимыми, чего стоит только 10-этажный гостиничный комплекс и 12-этажный бизнес-центр. В новом 2017 году нам предстоит многое. На носу запуск закрытого бета-тестирования. Не стоит забывать про наиважнейшие этапы в разработке, а именно про оптимизацию, исправление багов и внедрение античита, который объединил все инновационные алгоритмы обнаружения нарушителей. За прошедший период игровое сообщество не теряло времени даром и развивалось, увеличившись с начала года в несколько раз. На форуме Escape from Tarkov появился мультиязычный раздел, объединивший пользователей со всего мира. Из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и многих других стран. Кроме этого, мы ввели в действие программу эмиссаров Escape from Tarkov. Эмиссар — это наделенный особыми правами участник сообщества, который общается с разработчиками напрямую. Эмиссары проводят самые разнообразные конкурсы, награждая доступом к игре тех, кто этого достоин, по их мнению. Сотни тысяч игроков со всего мира объединены одной игрой. Студент из Эфиопии, парень из российской глубинки или сержант морской пехоты США объединены одной идеей, одним сообществом и одним полем боя, имя которому Escape from Tarkov. От лица разработчиков мы поздравляем всех с наступающим 2017 годом. Всего вам самого наилучшего. Ты настроен просто. А кто там сидит у помойки? У кого, блядь, помойки? У помойки, вот, чувак смотрит на нас. Тихо. Сука!